Добрый день, друзья! С вами канал «Стройгарант Анапа». Пока вы на YouTube, но напоминаем, что в Рутубе наш канал тоже есть, обязательно загляните. А сегодня обзор дома ЖК «Встречный» – это стрелка «Азовское море». Кстати, черное совсем недалеко. Дом 86 квадратов. Маленький, уютный, скромный, но очень красивый. Друзья, еще нет забора и ограждения, но за моей спиной уже видно, что улица в едином архитектурном стиле. Металлопрофиль будет по фасадной стороне и сетка рабица с двух сторон от соседей. Участок 5 с лишним соток, друзья, из коммуналки, что можно сказать. 15 киловатт электричества будет подходить к дому. Обязательно водопровод, будет индивидуальный септик и поселок газифицирован. Друзья, лично мне данный проект кажется очень уютным. 86 квадратов, одноэтажный дом, но очень просторный, даже начиная с крыльца, на котором уже есть крыша, навес, выход под осветительный прибор, плитка уже уложена керамогранитом. Здесь очень уютно, друзья. Если спуститься с крыльца и пройти до террасы, мы пройдем по отмостке, она метровой ширины, и здесь можно полюбоваться отделкой вашего дома. Во встречном это белые, серые, графитовые оттенки, очень классно смотрится. Друзья, по периметру всего дома будут отливы, для них уже есть отверстия, но они в данный момент не установлены, работа еще в процессе, дом в предчистовой отделке. Если мы пройдем к террасе, мы увидим, что отделка цоколя террасы уже есть, и керамогранит уложен на самой террасе, она классная, просторная, уже есть крыша продлена над террасой, это практически ваш навес. Хотите установить бордюр, устанавливаете, хотите больше простора и свободы, не делайте этого, но здесь уже видно, что есть панорамное окно. Выход из кухни-гостиной на террасу. На террасе очень красиво, друзья, 31 квадрат. О панорамном окне я уже сказала. Есть выходы под выключатели, розетки. Розетка будет с защитой от влаги, она уличная. Уже есть выходы под 3 электроприбора. То есть в вечернее время на террасе будет очень светло. А самое интересное, посмотрите, из коридора вынесен выход на чердачное помещение. Мы в каждом ролике показываем, как опускается эта лестница. В данный момент не будем терять на это время, потому что в доме еще интересней. Но знаете, что выход на чердак здесь с террасы. Друзья, в данный момент вы видите, что проект с изюминкой, он нестандартный. Из прихожей мы можем попасть в бойлерную, либо это может быть подсобное помещение. Посмотрите, здесь есть выход под котел, он будет работать на газовом топливе, здесь же вытяжка, система управления теплым полом, есть выход под радиаторы, посмотрите, даже под сантехнику, возможно, вы захотите установить здесь раковину. Окно выходит на фасадную часть дома. Классное окно, двухкамерное, от проверенного производителя. Друзья, «Стройгарант Анапа» работает именно с этим производителем, это здорово. Установлен щиток, это пульт управления электричеством вашего дома. Он в процессе строительства, еще нет заградительной крышки. Естественно, будут установлены двери во всем доме. Из коридора, друзья, попадаем в комнату. Наверняка хозяин решил, что здесь будет гардеробная. Она без окон, но есть выходы под осветительные приборы, проложена розетка. Есть выходы под выключатели, и даже эта комната будет теплой, потому что выход под радиатор тоже есть. Переходим из комнаты в комнату и понимаем, что 86 вроде как немного квадратов, но дом очень просторный. Мы попадаем в кухню-гостиной, она классная. Наверняка здесь зона кухни. Посмотрите, котла здесь нет, как во всех стандартных проектах. Вот он располагался в этом углу, в данный момент вынесен в бойлерную. Здесь выходы под электроприборы. Для раковины хозяйки, посмотрите, канализационные отверстия, все уже утоплены. Дом в предчистовой отделке, штукатурка гладкая, идеальная. На потолке можно проследить, что есть все выводы под электрические приборы, установка электрики в процессе, в центре вытяжка. Если продвинуться в зону гостиной, посмотрите, она с выходом, с панорамным окном, с выходом на террасу, очень классная. Розетка под ТВ, об этом говорим всегда, она есть. Проводка для электрических приборов, для большой ТВ-зоны. Напротив, наверняка расположится ваш огромный диван, зона, где будет собираться вся семья, розетки, выключатели. В этой зоне также предусмотрено. И отдыхать здесь очень классно, можно даже просто, повернув голову, наслаждаться видами из окна. Это здорово. Что еще есть на первом этаже? Напоминаю, есть чердачное помещение. Есть две спальни и санузел. Одна из спален нестандартной формы. И в санузле в данный момент, посмотрите, работы еще идут. Стены не отштукатурены. Но что можно увидеть?
В доме будут потолки 3 метра, потолки будут натяжные матовые, все классно. 4 точечных светильника, принудительная вентиляция в санузле будет. Стекло матовое, с видом на соседний участок, ну, как сказать, громко сказано, с видом. Видно вас не будет, но вы можете наблюдать за окном в процессе приема ванной. Выходы под сантехнику, под ванную, либо под душевую кабинку, друзья, все есть. Выходы под электроприборы, девушки, допустим, наносить макияж здесь будет очень удобно, светло, классно, тепло, теплый пол здесь тоже проложен. Друзья, две спальни, сейчас мы вам их покажем. Напомню, дом в предчистовой отделке, он продается на этом этапе. Что можно увидеть в этой спальне? Посмотрите, неровная форма. Спальня небольшая, но достаточно просторное большое окно с выходом электроприборов, с ТВ-розеткой и, естественно, с выходом для радиатора. Друзья, потолки 3 метра, но в данный момент проложена проводка, потолков еще нет, это все в процессе строительства. Вторая спальня намного больше, она 16 с лишним квадратов, также все работы на данном этапе выполнены, идеально гладкая штукатурка, друзья, есть выходы для ТВ-зоны, для вашего огромного телевизора, наверняка предполагаю, что данная спальня станет спальней хозяев, потому что вот напротив, на данной стене есть розетки для зарядки сотовых телефонов, наверняка для тумбочек, большая кровать расположится здесь же, будет радиатор, который, предполагаю, несколько больше, чем радиатор в соседней маленькой комнате. Большое окно с красивым видом на ваш цветник, возможно, на плодовый участок. Естественно, проложена уже вся проводка. Комната классная, очень светлая, даже вот в обеденное время. Мы рассказали вам о доме 86 квадратов. Он находится в ЖК «Встречный», который еще в процессе строительства, но уже очень красивый, со светлыми асфальтированными улицами. Друзья, если вас заинтересовал этот дом, обязательно позвоните, мы озвучим вам цену. Сейчас мы написать ее не можем, она меняется каждую минутку, но наши консультанты ответят на все интересующие вас вопросы. Звоните «Стройгарант Анапа». Пока-пока!